Там это, котлет холодные сегодня стало немного. Молодец, так держать. Я шаурму купил, у меня поебало текло, да, блядь, майонез, нахуй. А друид-инвалид это кто, нахуй? А, подожди. Я знаю, кто такой друид-инвалид, но это... Холодную шаурму хотя бы. Получается, гламурчен шама не пойдет. Не, ну так пачка забись. Друид-инвалид, ты в Дисе? Ебать, пачка потная, нахуй. Закханыч, ты тут, брателло? Да, 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 да. Ты, у тебя же танк, по-моему, есть, да? Т4 нету. И похуй. У меня есть, у меня есть танк. У Гамазека протопал там нормально. У меня есть. Да, у меня есть. Он вообще мейн протопал. Так, консилятор, если ты в Диссе, договариваетесь как-то кто-то с кем-то. Ну, мне надо шипешником заходить, ДК уже перекап. Войт, а могу на своем по это протвале зайти? Да иди, ебаный, я ж тебя не кикаю. Ну все, все, отлично. Мне надо подумать, кто сейчас танчить будет. Ну, я хочу, чтобы МТ был нормальный. Это вот, ну, хукмастер. Ну, я могу какую-то спасти. Рарник, куда ты себя выкинул? Блять. Палов, вот там... два штуки, ну... в рейде. Хуйня будет, давай, рарник, работаем. Так а чё, смотри, он Гамазек 258, я думал, он может по МТ шить нормально. Гамазек могу. Да, ну, ты угораешь, блять. У него там 50 тысяч, блять. Вот с этой ещё гламур. МТ, Войд, Фрозен, блять, с ревностью. Я так и знал, что это скажут. Не, просто это... Там подстраховочка нужна. Ну, залупа рейд, нахуй. Ну смотри, надо палов 3. Подожди, подожди, залупа. Ты говоришь сам рейд нормальный. Нахуй. Не, рейд... Ты уж определись. Поэтому он сейчас... Короче, это, кто почилить хочет? Вот Лингрен уже чилит. Не, я на замене, если я понадоблюсь, как бы. Мне просто с целка ничего не надо. Я могу, у меня, в принципе, тоже с 25-ки целка ничего не надо. Это кто? Это что, Закханыч? Да, да. Блять, у тебя танк есть, нахуй. Ну там гамазек есть, если что. Вот, берем, получается, мутфоксов сову обратно. Это вообще хорош. И этого, и шаманщика гламура. А он в гильдии, нет? Ну, если что, возьмите его, кто-то может, микролап, это тут, это гламурщик шаман. Вот. И теперь на подстраховочку просто мой приз зайдет, просто нихуя. Нихуя ты придумал. А ты ассист, да? Нормально, нормально, ну. Так. Нормально, нормально. Мифи, куда ассист? Так, этот самый... так, кто там, блядь? Так. Сука, дайте подумать. Пиздец, поломался, нахуй. Я что-то протупил. Так, Заханыч чилит. Так, я на ШП. Вадикон, на РЛа, короче. Я захожу я на ШП. Понял, блядь, я понял. Че ты понял-то? На ДКшника. Кто? За место совы на танка на ДКшника зайти. Ну, в принципе, Мэтфокс, если в сове пойдет, да, можно, в принципе. Друид инвалид, ты в Дисе тут? У тебя точно КД нету? А то я не помню, был в первом. Вроде не был он в первой. Я, бля, не помню. Давайте присумоним. Нажмите на меня, на них. Бля, ну ревностно, это вообще бомба, блядь. Надо осталось придумать только, как его отслеживать. Вообще бомба на рогу выбился. Понял, блядь. Как отслеживать? Ну, все просто, ебать. Посмотри прок, если короче, пойдем на дуэль. Ты резко это не умираешь, что значит? Прок как называется? Как да, называется? Я в исцелении его смотрел. Вот, и просто забиваешь в Telmiven, типа, прок, название, ну, как он нормально пишется. И откат, и, откат надо как-то. Да, и типа, там по-английски, я не знаю английский. Ну, я найду, я немного шарю в английском. Не знаю английский. Кто это сделал? Так, там в Telmiven обычно вары, когда этот БШ крутит, фонг наваливают, блядь. Я не раз такое видел, как челы видос записывали. Ну смотри... Есть идея какая, если Хейкити зайдет на ДК танка, то Хукмастер будет дамажить, ну, в принципе, больше даст. А сколько, я не знаю, у тебя сова нормальная вообще? Ну, так-то мы просто РДД на милика заменим, блядь. Хотя, сетап нормальный. Ой. Чего? У меня вопрос, мне в танка спекаться, чтобы спекайтесь. Шивен сдать? Спекайтесь, да-да-да, сейчас на ребре спекайтесь там. Ты... О, у вас же еще Рохан есть. Ну и Кирсори, смотри, еще. А куда его пихать? Не, Кирсори пусть это... Пацаны, говорю спасибо тому, кто сломает поезд. ЕП дадут? Я уже ломал один. Слышишь, Мифик, а сколько еще Хукмастер будет закидывать? Сейчас Мифик мне написал в Диси, что он какое-то время там играть не будет. Может тебя тогда и свичнуть? Ну, что ЕП за ЕП... Ну, за этот...
Ну, на замене будешь, ИП получишь, а чтоб слот пацана освободить, кому там надо чего-то. Если так, мифик же вроде, типа, он всего 2 недели будет, потом так же будет ходить, все. Ну, потом поставим обратно его, пока хукмастер пособирает. Ебать, ты ему эту информацию сказал? Он написал мне в Диссе. Ну, то что, еще... так он поэтому и сказал, блядь, что я ходил. Он мне написал, я ж тебе говорю. Я знаю, что он тебе написал, но походу ты не так понял, или всё. Я не так понял. Я не знаю, короче, что ты понял. Ну, короче, я тебе говорю, хукмастер пока что пособирает, а когда мифик придет играть, он будет собирать на втором месте. Но пока что на втором хукмастер будет. Вот вернется, я его закину обратно. Блять, а можно я тогда на ханте бичом хотя бы пару бусов? У тебя такой бичехан не надо. Да, лучше не стоит. Будет, да? Ладно, Кирсори, ты... Синтек, ты там в помоях. Ты тогда посидишь, да, Кирсори? Точно тебе ничего не надо там, смотри, а то, блядь, шмот проебешь. Так, ладно, тогда так. Ну давай сидим так. Че, хукмастер, ты потанчишь? Сейчас спросим. Хукмастер тут, нет? Немного больше даст. Ну сейчас спросим у него, потанчить он или подамажить хочет. Че? Может он... Ну 3к ДПС дам, че, пацаны, берете? Это, может, Наску вместо Парата кто-нибудь бафнет? Че ты, хукмастер, потанчишь или ему заходить на ДК? И чё, есть сумон какой-то, блядь? Ну, трэш бьем. А, ладно. Пойду пока ты от Алгород поделаю чарку на танка пароль. Ты на ренегатском пишешь по-любому. Войс. Вот, я зайду там на спрашивают, мне на танк или не танк? Блять, Синтек, я не знаю. Хомезек с вами? Да заходи, заебал, заходи. Ёбаный. У него же этот мейн танк вроде. Да, мейн. Ну, у тебя это... Т4 есть на ретрика? Да, 2, короче. Ну и лучше в танке тебе будет. Да. У тебя 2Т10, 2Т4, да? Ну, да. В ретрике, да. В танке 4-4. Ну, лучше я говорю, в танке ему будет. Да, ему вторым танком. Ну, вот. Значит, вары могут чилить, дамажить. 3 вара дамажить будет, нихуя. Посоревнуются. Ладно, ребятки, я на часок буквально отлучусь. Так что, если что, не теряйте, но через часок будет. Ага. Получается. Ну, это, сейчас, я не знаю, хукмастер что там ответил, нет. Ой, Саша, какая там бисовая чарка на ТК от толгородских шмоток на танка? Ну, ревностные, вторая какая там лучше по ситуации. Ну вот на ДК идет 3%, который от рунического удара прокает барьер вот этот. Это топовый. Слава, чего? Я вспомнил, что я тебя хотел огорчить. Угу. Тебе надо будет бошку на тело менять. Да и похуй. Да и похуй. У меня, по-моему, или... Ну, да и похуй. Да ну... у него есть тело там какое-то. У меня там... Блядь, у меня заебись. Мне похуй. Мне ревностный есть, мне вообще все похуй теперь. Даже дверь открыта, блядь. Мне этот ревностный теперь на мишку и напало, и потом, блядь, вара еще вкачать. Потому что при апе шмота ТТГшного в башке не будет доп дырки, а в тело добавляется. Да и похуй на эту дырку, блядь. Похуй ее, блядь. Самая главная чарка есть, а там уже разберемся. Через год она мне выпадет, через 2. Да, вот как, когда апнут шмотку, тогда и будем думать, да? Да, похуй. Я, знаешь, я этим... В среду. Я этим всей хуйней вот этой, бис-листами, вот просто для прикола, чтобы вы понимали, блядь, я когда на X2 начинал играть, качал вара, значит, с нуля, у меня там на ютубе все записано, блядь. И, значит, в РБК ходил. Сначала не РБК, а этот, РЛК, блядь. И там, короче, вот эти инсты, которые еще синий шмот падает. Я себе, сука, бис-лист составлял, чтобы кап защиты собрать, нахуй, из синих 200-х шмоток, нахуй. Хуярил туда камни, по 30-ки там еще были, без этих. Ебать. Это он и потом я еще составлял без листы. Ну, дальше я составлял на что? По-моему, на РБКшный я не составлял. Вот этого мне хватило, и дальше просто шмот менял. Дальше составлял на 64-й шмот с обычки ссылка. На геровский без листы составлял. На танка, на хила, нахуй. На фурика, блядь. И я танки. Потом... Это, сейчас посмотрим, не знаю. Потом я понял, что я преисполнился, и что это все хуйня, блядь. Ой, ты гласись танком, пожалуйста.
Хпалю, надо подумать, ты, ну, часто им собираешься играть или как? Ты приз заебал, ты хочешь Хпала развивать? Хукмастер, ты танчить будешь, да? Так. На сурке. Можно поставить. Да, да, там подамажишь, там. Правда, у нас. А, на пула 2. А, ага, это не на пул, нахуй, это 0, блядь, 5 сотых на пула, блядь. Давай, Войд, если кто-то там хочет пойти в рейд, пойдет за место совы, у вас сова есть для 3%. Да. А кто хочет? Ну, не знаю, ты же там на замену кидаешь кого-то. Смотри, у тебя ИП есть, ты не получал еще ИП. Давай сиди, блядь, хуярь, и ИП получишь на ДК своего, блядь. Так у меня ж это... А, на ДК получил? Ну, блядь, а как ты думаешь? Че, я тебя без ИП оставлю, что ли? Так что давай, блядь, работаем. Куда ты идешь, ебать? Войд, скажешь, когда мне ШВМ нужно будет прожать? А, когда хочешь, похуй там. Так, получается, что, гамазек... Кукмастер, Рахан, вот у вас троих. И так и втроем, и на леди тоже останьтесь. А уже 4. На корабле... Четыре. Поставили спекуста. Да-да-да, да-да, ты в ДД, у нее ДД послабее. Ты в ДД. А это... А на корабле уже Рахан спекнешься в ДД, и дальше пойдут палы и ДК. Супер. Так, ставлю рыбу. О, кто поможет это сделать? Можно каску, пожалуйста? Я бы даже сказал, нужно. Что тебе сделать? АП камни. Спасибо. Так, ну вот Слава. Танки. Кто там просит, чего? И дай консула, то, блядь, вчера он добавлял этих синтеков всяких, бичей, блядь. Я шумит, это сумки. Могу. Биг Дэму дай консул, у него шейм стоит. Да нет, столько сумки, а сколько тебе надо? А где ты, на ком? А, на Холидринг. У тебя всегда армеец был. Да Биг Дэму еще. Ты вообще-то треплёхи дал консулу, не всяким сетям. Где Биг Дэм? Я сейчас его хуй найдёшь ещё. Имя. Отсайд. На Навара на его шнё, да? Да-да-да, то у него нету консула. Так. И вообще, у него шем ничего не может делать. Мут нахуй, ты лови. Сколько у тебя слотов топа? Альт, молодчага, армеец, Ланир, шем, консул. Все. А обычный, да? Так, да, ну да. Чё, это. Кто тактику не знает, тот мудак. Чек на пул. Я. Ладно, потом. Чё, вы там чаритесь? Готов топать? Ну, да, камни делаем. Давайте там на трэше ебанете. Все, даю отчет. Где он, блядь, у меня? Вот. Ходите с лужи, самое главное. Раньше же гомосек этот мастер, да? Гомосек он точно. Мама, я грандмастер. Грандмастер бит, блядь. А я крутой. Что происходит? Ну это же эти счастливы вместе, ты что, не знаешь? Не. Ну ладно, ладно. Молодой слишком. Могу историю рассказать из жизни. Значит, сидим мы как-то после запары в ресторане с Карифаном и отдыхаем. Он сел на пол, облокотился на печку и такой выдыхает. И я такую какую-то хуйню говорю. Я, говорит... Ну, я говорю, типа, я забыл, как это слово, ну, какую-то хуйню хотел пиздануть, а тот такой говорит, я знаю одно слово, пошел нахуй. Ебать, я выпал. Такой, история, ну, типа, достойна Оскара. Типа, уставшие такие челики, я, говорит, знаю одно слово, ну, типа, заебался так жестко. Пошел нахуй, говорит. Прикольный тип. С детдомом. Чё, блядь? Жизнь. Ты тоже с детдома, Сань? Да, он карате тоже с детдома. Ну, карате-то понятно, там вопросов нет. Я с детдома всего два человека знаю, блядь. Ну вот теперь... Люблю, сок, моя семья. Карате третий.
Ну, видишь, на самом деле, вот пока вот не побываешь в их шкуре, то не понимаешь, что к чему. Ну, вот так вот смотришь со стороны, да, вроде бы у человека там, ну, или родители решили за что-то права, или их просто нету, да, то есть ситуации разные. Но сам факт, что человек детство проводит в этом детдоме, блядь, вот, и они какие, они же еще разные бывают. Бывают там, блядь, отбитые дауны, нахуй, бывают... Администрация, мудаки, да. Да, бывает, блядь, бывает по-человечески, а вот кому как повезет, блядь. Корите, видимо, не повезло. Я понял. Бля, я только хотел сказать, вот зачем ты? По головой вниз, Ваня. Я просто чилю, нахуй, в свое удовольствие. Его в головой вниз купали. Я понял, бля. Пара шмака. А кто в школе был этим, как он называется? Просто кто в школе был. Не-не-не, как называется? Старостой? Нет. Старостой? Да а ёбаный, почему? Блядь, не старостой. Ну, как их называют, которые бедокурят? Дурный? Вот это... А, бедокурят, эти, хулиганы, что ли? Да ёбаный. Да, ну типа того. Типа... Распиздяй, ты хотел сказать. Да ты каждый раз, кажется, здесь был. Распиздяй, но я был распиздяй. Ладно, давай, ладно, давай тогда так. Будем понимать, кто больше распиздяй по таким критериям. Допустим, разбивал ли ты окно в школе? Классика. Ну, школьникам, да. В четвертом классе разбил окно, и то случайно. Я понял. Ну это, блин, распиздяй от бога просто. Причем вообще по хуйне разбил. Мы что-то бежали. Я хотел резко затормозить и хотел рукой в стекло упереться, блядь. Но уперся так, что выбил нахуй стекло. Рукой в стекло упереться. А кто-нибудь сжигал школьный журнал с оценками? Нет, такого не было. Значит... Я сейчас сжег. Значит, журнал вам или еще... дневник? Нахуй? Журнал, не нахуй. Журнал, классный. Вот есть класс, в нем там 20 человек, в нем отметки там. Вот у нас челики сожгли, короче, зимой после... Ну, в третьей части. Это хайпир просто. Зимой все логично. Холодно было, поэтому и сожгли. А линолеум корсаром считается? Нихуя не понял. Ну, типа... Петарда. Какой корсар? Пятый, шестой? Второй? Я понимаю. А лимонки кидал? Посмасывайте. Так, Мэтфокс, тебе надо или Ханто давать бичу? Слово за тобой. Бичу даю. Мутили бомбу, что я забыл, какие вообще кидать реагенты брали, на батарею кидали. Дымовуху мутили. Мэтфокс, привет. Мы пчелок запускали из окна. Пчел? Нихуя вы. Ну такие есть пчелки, петарды, их закидываешь, они это крутятся в шелке. А, я понял, вы закидываете. Да, вот. Мы взяли дымовуху и ставили пыхателя. Хукмастер, ты смотрел, в боссе осколка не было? А то ты собираешь, если что. Да, он еще не видит осколки. Ну у тебя квест же есть. У тебя квест же на ДК, правильно? Ну. Вот. Ты посмотрел, в ребре осколок был? Не было или было, я не помню. А ты иди, помнить, ты иди смотри, я-то не вижу их. Квест берите на перековку, перевербовку. Ебать, я передамажил танков, ебать, между прочим. Да ну нахуй, реально? 4000. Не верил, нет? А ты хорош. Видел мою пуху топовую, блядь? Она серебряными пулями стреляет, между прочим. Нихуя ты жесткий. О, костяное кольцо провозвестника. Ебать. Опа, ты камни сделал? Ты топовую работу? Нет, я твои камни себе забрал. Бля. Все, забирай. Я последнего ОД отдал. Ну не будешь в рейде больше, блядь, за Еву. Где винтовка? Нихуя вы там шмот находите, ебать. Какую-то зеленую хуйню. Ебать, я заебался уже. А базы захватите танки. Синяя какая-то хуйня, блядь. А где фиолет? А где винтовка, блядь? Винтовка это у меня на ханте. А что жмых, не жмых? Что ж ты забираешь? Не надо, отдай.
А, у тебя варовская. Лол, нахуй. Как там с парированием дела у тебя, блядь, с уклонением, блядь? В смысле? Она дамажит больше, чем обычная пуха. Ну, я понял, блядь. Так нормально, это чтобы левел набить, ты не шаришь. А, блядь, понял. У нее средний урон 250. У меня есть пухи 26-е. Да не, я знаю, я не против, нахуй, я же угораю, блядь. Войд боешка упала, войд боешка упала. Да ну нахуй, реально? Неужели? Блядь, где он? На, вы бы знали, как я на циркуле эти боешки собирал. Все постоянно ныли. Блядь, вот боешки нам не дает. Пиздит у нас боешки. Весь рейд заслужил. И тут на тебе дожили, блядь. Вот собирает боешки, блядь. Нихуя себе. Куда-то паук убежал далеко. Макфокс, беги! Беги! Малышка, беги! Синтек, расскажи историю, блядь. Школьную, нахуй. Ты же недавно отучился, да? Ну, это было давно. Ебать. В среду. Это в среду. В среду, да. Ну, короче, помню, ситуация была... Ёбаный в рот, Синтек, блядь. Вот вы заебываете, кто с рубаками, то с камнями этими, блядь. Чё он тебе там делает? Я ему камни даю. Ты ему сколько там дал уже камней, блядь? Я ему дал... Ну, я хотел дать ему 11 камней, но он мне зачем-то еще 5 камней давал, хотя я... Дайте столик по фасту, маги. И возьму штурделей, чтобы жрать. По КД. Я Дарнавана отвожу. Да, отводи. Синтек, так ты мне дал это, блядь. Ты мне дал на 5 камней больше. Танки лево-право поделите, там вас трое танков. Кто больше всего агро рвал из ребят? Гамазек, ты, короче, слева танчи. Хукмастер, иди справа. Рахан там поддержит этого самого. И Нарлен грипанешь с лестницы моба к хукмастеру. Yes, sir. Чисто грипанешь. Типа параллельника давать бы в питона. Чёрт, да. Краем в тон. Где трэш, блядь? Нифига, у леди такой голос женственный. По факту скелет, блядь, у меня такой голос. Блять, я призван в тебя, нахуяриваю ракету, блять, она невосприимчивость пишет. Ебать, проебал КД. Самое обидное, что невосприимчивость, да, блять? Нет, самое обидное, что КД повешал, блять. Ждать теперь, пока чума будет разгоняться. Пиздец, бомж. Трешак хуярим. Это получается, танков могут накинуть 10 укусов гадюки. 1-2-3 написано. 80% маны можно. Ну, блядь, чуть погодя, я дам. Нарнаван убегает, не убивайте, пожалуйста. Он бежит это... в босса. Алло, нахуй. Ну, убейте трэш и там отведите Дарнаван. А хули вы его бьете? Алло, блядь, вы не понимаете нихуя? Там был квест на Дарнавана. Да, Синтек, нахуй, нехуй свои пушки рассматривать. Я тебе не могу сейчас гильдию дать, я тут дамажу. Завцуйте. Посмотри там, кто там есть, кто не в рейде, что-то может кинуть. Завцуйте. Да он фуловый, нормально. Да гильдию там, вон, халидринку напиши. Кидай запрос. Вайда! Ну-ка, блядь, Синтек, нахуй, что ты, блядь? Хочешь меня отпиздить? Да, я в контроле. Я так и понял, блядь, на меня ствол свой направляешь. Почему не мог собаку ебать закормить? Трэш бьем. Не мог законтролить? Ну, хуёво, значит, меткости мало у тебя. Собака прикольно зовётся. Собаку. А, собаку? Ну, она хуёвая, значит, собака. У неё резист. Не знаю, похуй. Короче, история, тебе надо либо, чтоб тебя ренегат пригласил, либо фласку
Все, выпил банку. Так, контролим челика. Ладно. Прям постоянно планку пить надо. Да. Это чтобы базарить, да, пати, чтобы кидали. Так-то похуй. Так, контракты доделаю, заметку сделаю. Spirits. Я чую, багруха там лежит у меня в наградах, нахуй. Награда, он ревностный был. На туре. Сейчас разъебу кого. Дарнавана не веди. Дарнавана захватите кто-нибудь? Да, отведите его и в покаяние дайте ему. Да он флоу, пока его не разъебут так быстро. Мне кажется, ли у нас ТПС хуйня, нахуй. Spirits. Взрывай меня полностью. О! Не зря пошел. Синтез. Это мой лук? Да? ВП Ханта такой. Синтек, ебануться, блядь. Так, Рахан, сори, но это ханту пойдет. Окей. У него это основное оружие. У тебя такое, вспомогатель. Войд, 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 я полезно, у меня теперь ДПС больше. Я понял. Я сейчас тоже ДПС. Ну, багруха у кого-то. Ебать, сюда. Багрух, нихуя. Все на базу, короче. Ебать, сыпется. Прикинь, если бы вот за этих квестов в банк давали, пацаны, просто. Нихуя, там же по 10 штук падает. А. Ты, блядь, смаук, нахуй, старый, блядь. На, синтек, нахуй, тебе еще сердцекол, нахуй, будешь ебашить. Да. Просто будешь, блядь, статов, нахуй, будет хоть жопой жуй, блядь. Слышишь, вчера войду, то ботинки выпали, он такой сидит, моя прелесть. Нормально. Сейчас смотри, момент истины, просто я лутаю, блядь, пиздец. Нихуя не упал. Сейчас смотри. До ПД, да? Так, перевербовка, завершить. Открываем сумку. Ёбаный в рот. Козула, нахуй. Блять, заебали сегодня звонить. Отвечаю, вот я сейчас... Не знаю, ну, да вы не будете слушать эту хуйню. Короче, заебал этот номер. 4 раза сегодня звонил. Беру трубку, значит. Там такая музыка новогодняя играет. Ну, такая на фоне, нахуй, рядом где-то. Нахуй. И какая-то баба такая говорит, алло, блять. Я такой вырубаю, блять. Второй раз звонит, короче. Алло, я такой слушаю, дальше нихуя не говорю. Меня слышно, такая, блядь. Ну, по-любому, какая-то реклама ебучая, блядь. И хуярит, блядь. Вот, сука, людям делать нехуй, надо один и тот же номер хуярить, блядь, звонить. Мне тоже, блядь, 900 названий, вот я решил, ну, принять наконец-то, а то что 20 звонков скипнул, может, реально что-то срочное. Знаешь, ну, блядь, не хочется мудаком быть, всякую хуйню говорить. Мне предлагают типа кредит, блядь, оформить, я говорю, да. В натуре, я всякую тебе хуйню, блядь. А говоришь, что ты в 8 классе учишься. Да. Войд, там осколок. Да? Нихуя себе. Я как-то со Сбербанком полтора часа разговаривал. Просто там интересный челик попался. Вы заметили, что сижу жрать по КД стал? Жрет и жрет. Массу, что ли, набираешь? В смысле, стал? Ну ты никогда не чавкал до этого. Вот второй раз слышу уже, как ты чавкаешь. До этого не чавкал. Может быть, потому что до этого он не чавкал просто. Может быть, он сейчас просто начал чавкать, а не есть. Да, нет, ты просто не обращал внимания. Вообще не факт, что он даже есть, он просто, может, почавкать захотел в дискорде. Нет, Седжо просто глистов вывел, жрать нормально начал. Вот, идем. Ага, смеемся. А чё вы стрим-то? Включите стрим кто-нибудь. Ёбаный покос. Стрим?
Короче, с тебя 500 голды. А, вон там врубили уже, я не буду вырубать. То у меня, блядь... Ну все, без 500 голды остался. В натуре. Ну я могу так порассказывать, что у меня на экране происходит. Короче, я подъехал на корабль, нажимаю на F3, там у меня ранец назначенный. Смотрю на карту, открываю. Ну вроде все на корабле, поэтому запускаю, блядь. Нажимаю F3, взлетаю на... Остановись, блядь, остановись. Остановитесь. Что это там? Все, больше ничего не происходит. И все это дальше при 3 FPS, да? Вниз. Ебать. Я сейчас пробую запрыгнуть на шип, смотри, вот звездочка запрыгнула. Теперь я прыгаю вот просто. Где собака моя? Войс, можешь до верха допрыгать? Я уже допрыгнул там, где интересно. А сможешь до верха-верха прямо? Да, кто прыгает? Чё, где, кто дальше? До какого верха? Где лич стоит, блядь? Да, да, давай. Нет, нет, где я? Сразу прям залетай туда и все. Я был нет, там. Теорию он может. Теорию он не, может. Ну я могу, блядь, просто хули оттуда делать, смотреть, ну говорить, что Синтек хуёво так играет. Синтек, блядь, ебать, ТПС, блядь. Начальник, кто где танчит? Ну, ДК там танчит. Давай, я полетаю. ДК жирнее. Все, уешим. Сержу, а сколько у тебя кусков-то? 4 на ДК? 4. Нихуя. Да ну нахуй. 4-4 кусков, да? А кто? Кого там пиздит Мурадин? Мэтт Фокс, блядь, прием, что ты? Что ты делаешь? Лети, Хокмастер, туда, но он сейчас его разъебет, блядь. Ебать, тут скрипка играет, я музыку включил, прикольно. А что все там кавычка копыта говорит тебе, когда вы сегодня пиздишься? Какое копыто? Зайдешь? Я не слушал, что копыта говорил, но я вот помню, что Аран говорил, мне было очень грустно, я уже не хотел травить босса. А, ну Аран-то да, а копыта он вообще... Кстати, ты знаешь, что этот Молчадар говорит, типа, у него фраза есть очень редкая, типа, ты всего лишь игрушка, бесполезная игрушка. Да, ну нахуй. По факту, мы все игрушки в этой... Да, спустя 20 траев я узнал, что он такую фразу тоже говорит. Ну все логично, мы играем в игру. Боссы знают, что мы играть, потому что они заебались умирать по КД каждую неделю. Вот ты прикинь, просыпаешься с мыслью о том, что какие-то бичи тебя идут убивать. И доходит то, что вздыхают на минце. Да. По факту, да. Знаешь, кому хорошо спится больше всего? Войду. Нет, Алгалону. Потому что на него никто не ходит. Ну да. Это не дон... это ненадолго, блядь. Ну да, ненадолго, конечно. В Гере прием на Алгалону, а там устроится вообще такая жопа. Да и похуй. Тут, кстати, скрипка реально охуенно играет. Шишчики, заряжай, пехота, сержанты, в бой. Ёбаный бронт. Тучку прожму. Блять, смотри, один ранец в воздухе летает, и тучка такая. Нормально, да? Да. Спой тебе не пуха, это как бы хорошо, но тебя завтраски права упекут. Тучка, 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 вовсе не ШП. 50 стаков. Улетаем, нахуй, улетаем, быстро, улетаем, улетаем. Бля, его разъебет с двух ударов. Может, и не разъебет? Давай скинем. Это. Сейчас пускай постоит, маг. Где он там? Может, палка летит? 10 секунд. Зачем, блядь, чтобы его разъебало? Не, а потом ДК поменяется, и все. Я уже стою спокойно, что чтобы их всех разъебало, блядь, по очереди. По очереди, да. Все, Войд, налево посмотри, видишь псину? Все, полетели. Иди. Посмотри налево, посмотри налево. Когда я смотрю налево, я смотрю налево. Че это за шип это подо мной появляется? Нихуя себе. Может, усъебывать с того корабля? Что ты делаешь? Как дела? О, пропал. Наверное, это была эта иллюзия. Синтек, стальная печень. Синтек, верный лук.
Что там добьют пушки, нет? 30 тысяч. Три, короче, грудака падает боешных, нахуй. Вот смотри, блядь, просто. Или монеты. Три грудака, блядь. Три монеты на удачу. Хуй с ним, три грудака и монета, блядь. Нет, три монеты и хуй с ним. Синтеку плащик дайте. Три плаща на синтека. Просто, блядь, с трех сторон, нахуй. Ну-ка, синтек, везение синтека. Я что-то понял, что-то на ДК. Хуета полная выпала. О, осколок. Киньте куда-нибудь нормальную пати, блядь, а не где они, значит, нарождённые. Хуета. А есть такая пати вообще? По-моему, все ночнорождённые. Бис раз. Но есть одна найт эльфичка. Местами поменять с первой-то. Тех тим ночнорождённого нам Ридара. Около меня вы раскидываете как-то странно, блядь. А пацаны, там Ворген ловкость дает в четвёртой пати. Локом она точно нужна. Не-не, в ДД спекнусь на этого босса просто. Да-да, давай, кто там, шлепец, наверное, спекнись. Пусть знает. Можно я. Давайте я все дамажу. Давай ты, похуй. Пускай шлепец тебя набьет. Кукмастер подамажит. У меня кольцо новое и пуха, короче. Ну все, там пиздец будет, ебать. 30к нахуй. 35. А что за тринька сейчас была? Петух какой-то. Петух? Не знаю. Тринька была где-то, петух где-то. Это инженерский цыпленок, хастур сгоняет. Цыпленок, во-во-во, цыпленок табака. Кентоки, короче. Рарник, ты где? А где Рарник? Покажи. Каску обновите. А куда Рарник делся, блядь? И сколько хасты он дает? 5%. Он умер вроде. Не, он дает баф 5, ну, типа на 5%, потом просто на другую триню меняешь его, и все, баф остается. Так а он ничего не дает тебе. Он дает 5% хасты. Ты юзаешь триню, у тебя появляется баф. Ты можешь сам поменять триню, и у тебя будет ставиться. А, ну понял. Просто в Т4 же прокующая ханта не учитывает. Это типа просто как расходник бесконечный. Рарник, ты тут, нет? В инженерке делает. Да, да, там есть, он постоянно. Так, ставлю. Как называется точно? Только самые умные, так сказать. Боевой цыпленок. Топа использует. Блять, мне тут еще боешки лежат. А, это то сегодня выпало. А, нет, это не сегодня. Надо продать. Ну все, сейчас с петухом ты как задамажишь. Так, проверка. Да. Ни у кого нет петуха, только у тебя. Не, бафы у всех. Запускаю. Баф на весь рейд вешает. Призен ты венхи, да? Так, призен венхи. На пульте хорошенько там, бля, чтоб не сдохнуть. Так, первый кто будет? Кто больше агресс может дать? Кто там? Кукмастер или консерв? Я, скорее всего. Гамазек? Кукмастер? Мастер в ДД. Да. Слышите, роги, кто там, ханты? На кого это, гамазек или рыбичи? Кто первый будет? На гамазек, короче. Давайте напало. С пула там крылья прожимай. И готовь сальву, там по кому кто будет врываться. Там посмотрим. Да, позорись, короче. Сегодня после РТ, если кто будет дольше сидеть, посидим, может еще какой-то ЗГ-10 пособираем, если у кого КД нету. О, звучит круто. Это Войд, я часов в 7, наверное, свалю. Это Монри, мне по делам надо. Угу. Ну, блять, ловушек поставлю, нахуй. Схава.
Нормально, да. 348, да, да. Нахуй. Учитывая, что прицел 20-ку дал, это мы 328 ДПС идем, блять. Ну, такой маленький ДПС. Норлин 15-ка, заебись, почти 16. Не, ну заебись, ДПС дал. Шлепец 15-ка, Рахан 9900. Warframe 5800, нахуй. Как дела там, блять? Я выложился на полную. Понял, блять. Нихуя не помогает. Шмот закидываем вагоном, главное, нихуя не помогает. Ну неправда, урон был стал. Было 3, а стало почти 6. Войт, не знаю, я жезл отрабатываю, пятнашка была. Нормально. Тоже пытаюсь отработать. У меня раньше 8 было. Так, хпал. А, тебе надо, да? Дракон прилетит сейчас. Ты кто? Дракон в пальто. Дракон! Пальто. Весовые. Я туда только дошел, да. Чё говоришь? Не, а сколько нету, говорю. Да в сундуках не, видно. Не. В сундуках показывает мне. А в боссах показывает. Блядь, бичи, блядь, как дела? Не, ну жёсткие. Даже не я сделал. Жёсткие ДПС 25 тысяч, считай. Чё они там сделали? Твоё любимое. В танк аспектнуть, да? Да, да. Ой, там, а если я побегу в танке до конца? Что, думаешь, не получится? Ну, я не знаю, блядь. Ну, смотрите, пробуйте. Ну, побегай, пускай хокмастер подамажит тогда. Главное, чтобы не было срывов агро. Ну, там разберемся, там это... В принципе, топы с МВП хантом сильные, они, вон, двадцатки с лишним дают. Поэтому на пул должен быть нормальный, с двух на пулов. Это в гомозека? Да, ну давайте, пускай вон МТшит. Диспельте? Паладины, присты, диспелим. Алло. Вот именно присты диспелим. Блять, ну меня хули кинуло в эту хуйню. Все, пересел на пало, можно это и... Можно и повъебаться. Да, понимаю, сильно. Понял, блять, парю, оказывается. Приста одел и теперь забросил. Понял, блять. Ну все, ты 4-2 одел и хватит, наигрался. Вычерк. Смотри, вот сейчас еще я пала одевать буду тоже. Блядь, бич. Танзади, это лети, дура. Че, опять Валькус? Радненько. Бьем Вальку. Это молодцы, на самом деле, так и надо. Чтобы в конце, когда думаю, после синдры на лича шли, чтобы никакой пидор не спулил. Заебись же, когда Валик нет. Да молодцы, пацаны. Станкс. Хорошая работа, Олег. Лично. Бипью даже за ваше здоровье бутылку на ману. Да, теперь 94% маны. Заебись. Кастую искушение. Все нормально.
Искушение. Искушение. Кого искусаешь? Ну это так, это прикол такой. Искушение. Вот змей искусить такое. Это как локировка, блять. Нихуя, счастливое жрение Войда. Ну-ка дай сюда, блядь. Ёбаный покос. А зачем ты русила? А, найс, отлично. Ой, нападаю. Ебать, работаем. Блядь, на. Хилы, хилы работаем, хилы работаем. Блядь. А чё вы ещё и... А кто агрит так? Пет что ли твой или кто это? Чё это за говно, блядь? Не, нихуя это не ебал. Ну, вы чё, блядь? О, нашел Водина. Сука, и откидывает. Какой Водина? Хиль, блядь, стой. Да какой хилить, блядь? О, молитву закидывай, молитву закидывай. А, ну все, ложимся. Ёбаный в рот, нахуй. Я так проебу, блядь, БЕшку, вы чё? Танки, нахуй, и мудаки совсем, нахуй. Уёбки, блядь. Как вы агрите? А мы тут ну так это... А кто? А кто? Кто это? Не в танках дело, не в танках дело. А в ком дело? Кто принес? Мы это прелесть, говно, она сама пришла. Сказать. Вонючка заорал. Сдохните нахуй, кто там бежит? Сдохни, ебаный в рот. Ну на весь инт сбой повешался. Эту парашу собрать пытались, когда собаку с великаном сагрили, потом вторую собаку сагрили. Это, давайте без хуйни нахуй, что это за говно, блядь? Встаньте нахуй позади танков, за 30 метров позади танков, все встаньте и уберите свои руки, блядь, пока танк не приведет одну собаку, блядь. Не делайте хуйню, блядь, из нормального рейда говно не делайте, блядь, а то охуеете сейчас слушать всякую хуйню, блядь. Делайте нормально, блядь, нахуя вы все агрите, блядь? Собак, блядь, большого нахуй. Вы что, пришли сюда полежать, нахуй, попадать, блядь, повайпаться? У меня сейчас там БЕшка исчезнет, нахуй. Это все вот из-за БЕшки, блядь. Да не, ну, блядь, даже похуй, ну, БЕшка, не БЕшка, просто, блядь, ну, вы так время свое уважаете, или как, я не могу понять, блядь. Я понимаю, кто-то там веселится, нахуй, сука, если узнает, кто это делает, нахуй, пизда вам, блядь. Смотрите там внимательнее, и, сука, кто это делает, нахуй, сейчас кикну нахуй просто сразу, блядь, и будете чилить в Долоране, блядь. Лучше в 24 пойду, блядь. Буду еще дольше боссов бить, чем вот так вот, на нахуй. Смотреть, нахуй, на вот эту хуйню, вот эту, блядь. Ты нашел? Да кого нашел? Я бегу, блядь. Какой-то бич сагрил. А я нашел. Пол инста, нахуй, и мы сдохшие бежим. Нашел. Молодцы, блядь. О, нашел. Я еще не нашел, нихуя. Вот нашел и два раза. Она исчезнет сейчас, нахуй. Да не исчезнет, оно не переживай. Тебе говорю, блядь. Да, нашел? Да. Ёбаный в рот. Осталось еще вам сказать, чтобы вы ничего не тыкали. Ну а что? 23 человека тут. Че, будем бить там? Прием, нахуй. Танки. Встал танк вперед. Мы ну, боимся так... теперь, нахуй. Да, вот ты нас танк... зашугал. Мы тебе... Увиди ставь, увиди ставь. Орал на все. Выведи. Он орал. Сейчас говорит, что не путь. Вот, так я сейчас релокнулся, у меня у тебя комп кликнул. Давай. Быстренько. Просто его вот так. Неохота, чтобы хуйня в рейде была. Ну, вы сами это понимаете. Вот, большого, потом собаку. Одну, потом вторую. Там можно было как бы прохилить, но с откидыванием невозможно. Ну, в каст просто сбивает. Две идут, две сразу идут. Не, сейчас нормально, я с это левого ходай. И сюда сразу до упора заводи. Ладно, раскол не стакайте, я сам постакаю. Музыка для моих ушей. Ай-яй-яй-яй, убили меня. Так вот, кто его стакал на сурке. Я пыталась, мне не отобралась бба. Это был... да. Ну в Tell Me When забей раскол, будешь видеть. Кто бы не стакал, там будет. Если все... если все забивать, там просто станешь. Вообще мне не кажется, надо. Экрана не хватит. Оно только самое важное забивать, все это не надо. Я бегаю, оп, ловил их. Ну зачем откидывать, сова? Ну не откидывай, я же их, ш этот, волной ебашу. Сори.
Кто это сагрил? Синтек. Она себя забрал, Владим? Звездопад. Волну сдал, залейте быстрее. Кто знает, как называется высшая форма зависти? Пиздец, и кроссворды, блядь, гадают, охуление. Это синдром друида. Нет. Че, никто не знает, реально? Дай подумать, дай подумать. Высшая форма зависти. Это любовь, не знаю, зачем. Да хуй знает, это. Осуждение. Нет. Нет. Высшая форма зависти — это когда ты подражаешь человеку. Подражание, все, да. Правильно. Поэтому подражание. Все копируем воида. Что, загуглил уже, да? Нет, нет, я сам вспомнил. Синтек оказывается умный, у него IQ много. Может, он дед на самом деле? Сука. Дед Синтеков. Ой, блядь, то по поговоркам, блядь, спец. Не, знаешь? Ну тогда теперь все понятно, почему он просто так чапкает. Я понял. Так Синтек не чавкал, блядь. Да, он чавкает, ты просто не знаешь. Я понял. Нет, так все чавкают так-то. Ну, он прям специально. Я когда нет. Ем, я стараюсь выключать микрофон, либо я там банку там... Я когда чавкал, мне брат... Я когда чавкал, мне брат Чапалахов давал. Ну, просто типа, если меня спрашивают, мне ж надо ответить. Ну, так-то да. Только надо, надо проживать. Надо... Идите, пожалуйста, я почти добежала. Надо проживать сначала. Но это долго будет. Либо не отвечать. Либо промычать. Типа вот так, нормально. Там так вопрос задают, что ты не промычишь. Тогда говорить. Сколько нужно на тухлопузе держать стаков 25-ки? Три стака. 8-9. Все. На тухлопузе держишь 8 стаков. После едкой гнили тебя меняют офф-танк. Рахан, ты где там? Лечу. Ты стоишь на месте, показываешь. Не знаю, наверное, подвисла, потому что... Давай я 8 подержу, потом бабам скину. Суманите просто и все, дайте шкаф. Какие-то приколы опять сирусовские, мне не нравится. Не было такого. Пришел Сумон тебе? Я походу с вами на ту халпузу не попадаю. Давай из моего шкафа попробуешь. У меня завис комп. Танка, да? Это что-то зубы. Залег, понятно. Это танк был, который завис? Кто-то в Тетрис играет. А, ну дает счет. Это она ДД. Споры знаете куда, да? А Геру не дают что? Давайте Геру. Гамазек, скажешь, как это забирать? У меня таргет немножко поломан.
Забирай. А, забираю. Что-то хуйня какая-то. Дискорд какую-то ошибку выдал, прошу сказала. Пожалуйста. Черный убойник надо как-то. О, нахуй. Warframe, блядь. Warframe. Будет хуярить черного убойника. Точно. Да. Кровь надо кому-то? Чип, да? Да. Монро успеет еще. Монри, а не Монро, хватит, пожалуйста. Я говорю не Монро, а Монри. Будет 3DS после РТ? Ебать. Наверное. А что ты хочешь? Ну, у меня 22 просто есть, и я уже все могу делать его. Ну, нормально. Я же сказал, что я накоплю. Пока там продукт как раз отдал, и я успел накопить. Нормально. Ай, дека. Я тесну нахуй. Что, много народу нет? Станка второго нету, у нас нету 4 человек, ну да. Что это за смерть? Я уже гружусь. В лужи зашли. Идем в лужу ночью. Ну, давайте падайте, давайте по-нормальному. Да. Какой пидор пулит боссов? Уёбки, вы чё делаете-то? Зачем? 4 человека за стеной, блядь. Нахуя вы это делаете? У вас что, блядь? Я не понимаю, блядь, детская хуйня какая-то или что играет? Реснут, по-моему, есть тут люди. Так а ты даже не добежал. Или чё, или как ты спулил? Петхук мастера. Ну так убери его. Поставь пассивность там, я хуй знает. Стоит рыба. Привет. Заходите, кто там? Топа. Товарищ РЛ, куда СС кидать? Куда хочешь. Хорошо. Есть какие-нибудь сексуальные эльфиечки, в которых можно закинуть СС? В меня. Секунду, что до нас слетели.
кто этих подвозит, слизней? Хуй знает, кто хочет. Кто-то пускай подводит. Без разницы, хоть так, хоть так. Давай ты повозишь, а просто у меня на таунт не наносит урон. Хорошо. Слабый протовар получается. Ну вот если бы у меня таунт наносил бы хотя бы 150 урона. Понятно, блядь. Извини, не можешь поводить, да? Бля, давай, все, давай, Гамазак, иди, танчи босс, я повожу слизней. О, вот это другое дело. Да мне хуй водить, блядь. Просто близко к ним подходишь, даешь напущенный удар щитом и все, блядь. И отводишь. Рывок тебе на что? Бдилку на танк киньте, таун. Да, в натуре про бдилку тоже забыл, блядь. Топа готов? Нет, типа кидай, конечно, ее, но хуй знает, ладно. Это, ну, так, нет, если да. Что, готовься таунт босса, потому что могу промахнуться и попасть в босса. А баф по рогу никак нельзя? Я давал тебе баф. Каск. Как тебе нет? Каску. 16%-то есть от шамана по-любому. Тотем ветра или что там. Каску кто дает паладины? Хулипа. Синтек, уходи, блять. Уйди. Касочки не будет, да? Паладины, блять. Чё, сука? Боли-павер это пиздец. Я раздал всем каски, я что виноват, что они полтора часа заходят в эту игру. Ну. Ну. Так в полипауэре показывается, на ком нету. Красным, блядь, подсвечивается. Чё, полипауэр сложно поставить? Это всё от лукавого. На натуре. Оно да и без него можно, просто там... Просто надо следить. И воду тоже показывают, на ком нету. Да показывает дохуя чё. Просто надо смотреть. А у робота на 14 миллионов хп меньше же, да, сейчас? Нет. Нерфили ластов. Ну мы должны ебануть, если в 4 хила и в 2 танка. Салю по хукмайстру, пожалуйста. Ну, вот там сальвы всякие надо будет, вары, блядь, чтобы урывки делали. Когда я полностью преисполню в своем танковании, тогда да. Ты уже преисполнился? Еще пока не совсем. Что тебе мешает? Недостаточно опыта. Ну, опыт это, блядь, это пиздец. Это тебе надо танчить как МТ, начиная с обычки, потом целка 10 гер, потом 25 гер, когда ты будешь преисполняться. Я на протоваре делал посланник титанов, это прикольно было. Давайте по-русски я немножко... Посланник титанов не знаешь, что ли, ачивку? Нет, нет, не знаю. Это вроде, что в шмате был. Ульду пронести, то есть Алгалона убить в шмате ульде. Вроде так. Да, нет. Там надо убить в шмате... Ну как, он шмот... Догеройка, догероически должен. Да, там 226 чисто, то есть... Т8, оно есть 26 и 32. Вот, и нужно именно 26. Пухи 32 могут быть. Ну там дохуя требований. Т8 только есть, да. Т8-2 есть только. Там изящный достаточно этот. Не, ну вот скажем, я до сих пор бегаю на протпале своем с героическим щитом с этого, с Ходера. Вой, тресни, пожалуйста. Все убежали. А только ивент не запулить. Ну зачем?
Есть у кого-то на 30 хосты камень с собой? Микролампы в гильдии у тебя не взяли, что ли? У меня, по-моему, есть сделаны. Микролампы там... Пожалуйста, я тебе заплачу. В гильдии или не в гильдии? В одикону кинешь, блин. Слышишь? Микролампы. Вот это я забыл. Гумурчена, шаман. Сколько стоит? Еще раз, рейсы, пожалуйста. Не знаю.